Ежегодный школьный конкурс юных пианистов «Музыкальный калейдоскоп» является некой подготовкой к районному. На малой сцене ДШИ города Видное ученики обыгрывают свою подготовленную программу, привыкают к инструменту, перебарывают волнение, а также получают необходимые наставления педагогов. В последнее время, конечно, отмечается интерес к этим выступлениям, то есть и дети, и родители, они с удовольствием участвуют в данных мероприятиях, и повышается профессиональный уровень. Этого мы не скрываем, поэтому мы будем дальше работать в этом направлении. Нам это очень радостно и очень приятно. Члены жюри оценивали ребят как профессионалов и поблажек никому не делали. Им важно было качество исполнения, музыкальная выразительность, виртуозность, сложность произведения, а также артистизм юных пианистов. Главное, чтобы он понимал суть произведения, его художественное значение и передал то настроение в музыке и ту уверенность, ту самостоятельность и ту яркость исполнения. Программа у всех была очень разнообразная. На конкурсе звучали произведения Грига, Чайковского, Свиридова, Рахманинова. Ученица 5 класса Анна Трифилова, несмотря на то, что выбрала со своим педагогом непростой репертуар, достойно с ним справилась. Я готовилась достаточно много, то есть в медленном темпе, каждый день по 3 часа, по 4. Аня поразила жюри своей чувственной игрой и внутренней наполненностью, чего так не хватало многим другим участникам. Возможно, что в скором времени кто-то из учеников детской школы искусств города Видное станет великим пианистом. А пока все победители внутришкольного конкурса выступят на районном, который состоится уже в эту субботу. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.